значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Какой бы род деятельности они ни выбрали, способность гениального предвидения событий и таинственная притягательность для других людей всегда будут на их стороне. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Люди с этим именем умеют обращаться с деньгами. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Людям этого имени присущ философский подход ко всему. Они участвуют в вечной жизненной гонке, наблюдая за собой и другими как бы немного со стороны. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Мировоззрение родителей или домашнего уклада может ограничить их мышление и так прочно пустить корни в сознание этих людей, что в другом взгляде на жизнь у них может попросту отпасть надобность. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Они постоянно ищут новые знания и истину, часто страдают от одиночества, так как склонны много внимания уделять карьере. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.